чиновница. Вот здесь представлены 89 регионов России. Выставка достижений. Конечно, супер. Сейчас зайдем в сувенирный магазин. Да. Так, что за инфоцентр сейчас? Посмотрим. Сувенирный магазин. Посмотрим. Ну, цены, кстати, вот там были сувениры. Намного дешевле, чем в Рускеале я покупал сувениры в Карелии. Так что здесь по ценам. Сейчас посмотрю, конечно. Так, ну, здесь выбора не очень так. Посмотрим дальше. Вот, меня интересует 75-й павильончик. Или представленные регионы России. Так. А, вот здесь он. Где у вас регион России? Это а, сейчас там первый, да? Сам, да? Первый самый, нет? Не-не-не, достижение России. Ну, пройдем сюда, ну так сейчас покажу. Да-да-да-да-да. Хорошего вечера. Видите, вон там светится. А, вижу, 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 да-да. И вам вот туда надо. А, туда. Поворачивайте направо, направо и по прямой идете. А, все, спасибо. Так, ну вот. Вот такой вот консультант есть, который все расскажет. Достижения у нас региона меня интересует пока на сегодняшний день. Хорошее настроение. Так, немножко темновато, конечно. Но думаю, будет видно. Давайте я вам. Все, сейчас сделаем. Давайте, давайте. Так, вот, конечно, красота, да, здесь. Thank you.
шаверма, да, продается или нет? Нет. Шаврарма какая-то вот. Что-то просто там снег не прочитать. Республика Башкортостан. Вот представлены все вот области здесь. Ну ладно, сейчас пройдусь и поверну направо, как мне сказали. И буду искать Сергея на России. Так, ну вот, сейчас проходим последнюю эту эскалацию, так сказать. Вау, круто. Вот сейчас флаг набегает, и вот он сюда. А. Только она, скорее всего, только тут. Вот эти декорации вот так вот, в виде флага России. Хотя да, здесь немножко меняется. Но там он вообще очень красиво. Вновь открылась после реконструкции. Зрители смогут увидеть бережно восстановленные исторические фильмы в формате 360 градусов и современные мультимедиа Так, ну вот сейчас подхожу уже, наверное. Скорее всего, здесь где-то. Ну вот сейчас гардероб, минус первый этаж. Так, ну вот, в Промрипскую область ни разу там не был. Это мне существует Карелия. Карелия, да. Возможно, я не знаю, правда. Но посмотрим. Слушай, может, что-то не дойдем? Здрасте. Скажите, здесь находится Карелия? Павильон Б, наверное. Здесь можно еще запутаться еще.
Рыбу нашел. Какие-нибудь сувениры есть у вас? Сувениры нет? У нас есть небольшой буклетик, где основные наши достопримечательности собраны. А где? Да, я еще не расписываю. Есть все, что у нас вот такое основное и яркое. А, все, да? Да, пожалуйста. В общем, ничего нету, значит. Взяли сбор и пошли лучше мужик на помощь не порядку. Thank you.
Ань. Я не могу. Здесь рыбы мои прабабы, все охотники на новый день.
шаре получается интересно. Даже... Нет, так вот, не будет прорваться, идет, они меняются. Что-нибудь есть в продаже, еще не там? К сожалению, ничего не продаем, просто показываем. Ну, но можем подарить вам ручку. Ничего не продаем, но можно собирать, да? Вот шутки шутками, а так у нас уже после того, как стало понятно, что строительство зданий не познакомиться. Элочка, меня зовут Лорис. Элочка, рад знакомству. Много, поэтому все равно. Есть желаемые человеки.
А Аланхо это эпос, да, якутский. Самый длинный, это как сказание, самый длинный Аланхо читал. Так, ну он сейчас вот вышел с павильончика, пробуем, что там второй, это уже, наверное, другая уже, скорее всего, не регионы России, а другой павильон. Хотя, да, вижу, это вроде бы белорусское, что-то вот. Так, ну вот, хожу по ВДНХ, и вот такая вот красота России.